И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня у нас в эфире Universe Sandbox 2. Многие подписчики просят меня снимать данную игру, данный симулятор почаще. Ребята, я бы с удовольствием, но наблюдая статистику, даже сравнивая ее со Space Engine, она ничтожно мала. То есть просмотры очень маленькие. Я, конечно, понимаю, что вы очень ждете. Ну, ладно. Так уж и быть. По вашим просьбам и по тому посту, который я сделал недавно в сообществе в Ютубе. Ребята, какие хотите, чтобы я для вас сделал эксперименты в данном симуляторе? Много поступило, достаточно много комментариев, достаточно много мне накидали комментариев по поводу того, что сделать, какой эксперимент и всему прочее. Ну что же, давайте попробуем сегодня по вашим, так сказать, запросам сделать. Итак, первый эксперимент, конечно, некоторые эксперименты я почитал в комментариях, достаточно интересно и очень будет, знаете, самому сейчас интересно посмотреть. Сейчас мы будем их делать в Universe Sandbox 2, и даже хочется посмотреть, что будет с Солнечной системой, с планетой Земля и всем прочим. Итак, многие эксперименты, повторюсь, ребятки, уже, возможно, в каких-то некоторых сериях были. То есть, если будет совпадение, то сорян. Многие давно следят за каналом, так что не обессудьте. Первый эксперимент, наверное, на мой взгляд, самый простой, это попробовать сделать Земле больше 30 спутников. Ну что же, давайте попробуем. Мы знаем, что Луна у нас расположена на расстоянии 400 тысяч километров от Земли. Я думаю, что это был бы вообще невероятный коллапс для Земли. Приливы, отливы и все прочее, сами понимаете. Давайте попробуем, ну, например, Луна 1738. Давайте такой диаметр, да, вот самый нормальный. То есть Луна, Ганимед, Каллиста. Так, Луна, Европа, Ио. Вот эти 30 лун мы сейчас с вами и расположим на расстоянии 400 тысяч километров. Давайте, чтобы не ошибиться, мы сразу поставим первую Луну. То есть нашу родную Луну. Так, расстояние 400... Да, вот 399 тысяч километров. Поставим игру на паузу и дальше начинаем располагать остальные луны. Посмотри, они взаимодействуют сразу же друг с другом. Так, самая ближайшая Европа. Я не буду на очень близкое расстояние ставить, потому что мы знаем, что гравитация Земли может разорвать просто Луну. Вот, и все эти осколки посыпятся на планету Земля. Так, Европа 47 тысяч километров, еще одна Европа. Так, давайте посчитаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, уже 12, 11 лун. А теперь берем, давайте допустим, Титан. Конечно, они у нас все будут крутиться друг рядом с другом, поэтому коллапс обеспечен, это 100%. Я не смогу просто расположить их на предельно максимальном осторожном расстоянии. 30 спутников, представляешь, на расстоянии 400 тысяч километров. По-любому столкновения неизбежны, здесь как ни крути, вот даже смотри. Так. Вот этот Титан у нас пойдет сюда. У нас уже, наверное, 20 спутников. И теперь берем Европу. Так, Земля. Примерно вот, наверное, вот, вот таким образом 30 спутников у нас готовы. Так, надо замедлить немножко, соответственно, сейчас скорость. Посмотри, как много лун. Это просто катастрофа. Подписчику под никнеймом Минус Мозг, спасибо огромное. Твой эксперимент начинается. А начинается он прямо сейчас, и мы сейчас увидим, что вообще будет твориться. Так, планета Земля, что у нас по Земле?
ее растягивает, сжимает или что, как влияет на нее такое огромное количество лун. Так, расстояние движения. Поверхность. Вот, кстати, поверхность интересно глянуть. Температура. Стоп. Такс. О, подожди. Подожди. Пошли у нас первые столкновения. Да. Все-таки гравитация каждого спутника будет так или иначе действовать на ближайший другой спутник планеты Земля. Я хотел посмотреть, знаете, так, действие. Я вот не помню, где это находится, внешний вид. Так, посмотреть, в общем, на воду, на изменение климата, поверхность. На отливы, приливы, на уменьшение воды в океане. Либо затопление каких-то материков. На планете Земля вроде бы все как бы без изменений. Хотя, ну да, есть огромные отливы, огромные цунами. Посмотри, вообще высохшие какие-то русла рек. Я не знаю, куда делась вода. А в Африке... Ой-ой-ой-ой-ой. Это коллапс... Это коллапс на планете Земля. Посмотри, у нас просто огромнейшие столкновения. И осколки лун посыпались на планету Земля. Нет, ну столько лун, конечно, у такой маленькой планеты Земля, блин, не может существовать вообще, по идее. Если бы Земля была больше, то, возможно, могли бы... Луны существовать на более дальнем расстоянии. Я просто как бы могу сейчас разместить, добавить Земля-Луна 17 даже миллиардов 258 миллионов километров. Но я не знаю, по-моему, Луна уже никаким образом не будет действовать на Землю. Может быть, надо было дальше бы, конечно, все это дело сделать, расположить и все прочее. Так, ну что же, ладно, давайте тогда приступим, наверное, к новому эксперименту. Так, пустая симуляция пока нам не нужна, но мы ее обязательно откроем. Солнечная система. Солнечная система. Так, Надежда Беспалова. Комментарий от Надежды Беспаловой. Эксперимент. Что будет, если планета Тея станет спутником Земли? Для этого, так, берем нашу планету Земля. Немножко давайте остановим сейчас время. Так, для этого нужно поставить Землю на орбиту газового гиганта. Подожди, стой. Для этого поставь Землю на орбиту газового гиганта. На орбиту Земли поставь планету Тею, но Луну не убирай и добавь Земле кольца, а также на орбиту Земли поставь банан и посмотри, что будет. И все это один эксперимент. Ну что же, хорошо, берем наш газовый гигант. Берем газовый гигант, к примеру, Юпитер, да. Так, добавляем мы сюда, давайте вот так повернем. Еще можно остановить, чуть-чуть приостановить время, добавляем сюда планету Земля. Земля на расстоянии... Давайте тоже расстояние, что и Луна от Земли. 400 тысяч километров. Берем нашу планету Земля. Планеты Теи как таковой в симуляторе, к сожалению, нету, но можно взять, знаете, Меркурий. Достаточно небольшого радиуса, но, по-моему, планета Тея была что-то сравнимо с Марсом, вроде бы как. Так, где наша... Подождите, наша планета Земля. И теперь добавляем планету Марс. Так, вот так вот, чтобы она была Луной. Луной планеты Земля. Это будет у нас Тея. А теперь далее, как попросила Надежда, добавить Земле кольца. Добавляем Земле кольца. Ну, так,
кольца на расстоянии 2-4 радиусов планеты. Круглое кольцо. Ну, давайте. Да. Круглое кольцо. Можно его еще чуть-чуть сделать побольше. Добавляем планете Земля. Ускоряем время. Так, подожди, может быть внутреннее геосинхронное кольцо? Вот, отлично. Так, а можно еще подбавить побольше? Вот, есть прирост. И добавить банан. Так, а это возможно? На орбиту Земли поставить банан? Ну что же, я не знаю, что вообще должно быть, но добавляем банан и смотрим. Так. Планета Тея. Если... Ребята, я извиняюсь, если мой эксперимент сейчас пойдет не по плану, как был у вас, то... Сори. А в чем? Я не понял. Что такое? Почему? Почему? Почему кольца планеты Земля падают на Землю? Это все банан? Что происходит? Так. Не понял. Подожди. Как-то банан на них очень вредно влияет на планету Земля. Ребят, не ешьте банан. Это вообще, это плохой фрукт. Плохой фрукт, ребята. Не ешьте его. Это все банан. Он просто разбросал все кольца, блин, в тартарары. Планета Тея у нас просто улетучивается куда-то, непонятно куда. Наденька, если ты будешь смотреть это видео, пожалуйста, объясни мне. Я просто немножко не понимаю, в чем сейчас причина. Как банан влияет или почему так произошло? Мне почему-то кажется, что это все сила притяжения Юпитера так влияет на все это. Хм. Ладно. Хорошо. Спасибо. Ну что же, приступим к следующему. Позитивчик нам вообще порекомендовал метеоритом уничтожить планету Земля. Но, ребят, достаточно таких много уже было видео. Мы... делали катастрофы, уничтожали человечество, уничтожали Вселенную с помощью различных взрывов, вспышек и всего прочего. Запускали черные дыры в нашу Солнечную систему. Так, Максим Мельников нам предложил очень достаточно интересные эксперименты. Изменить расстояние Земли к Солнцу до расстояния Венеры и добавить к Земле 4 галилеевых спутника. Интересно. Так, ну что же, до расстояния Венера. Берем нашу планету Земля. Вот так. А, вообще, по идее, она сейчас должна разогреваться очень сильно. Это уже как бы не зона обитания. А, и 4 галилеевых спутника. Так, ну что же. Берем мы с вами... Так, это у нас планеты, а вот спутники. Так. Европа. Ио. Ио. Каллиста. И Ганимед. Отлично. Европа, кстати, посмотри, она... Она вообще сразу растаяла просто. Ну, конечно, находясь на таком расстоянии от... нашего светила Солнца, весь лед на ее поверхности просто сразу же, блин, растаял. Обрати внимание. Так, обзор. Масса, поверхность, период вращения 3,55. Да, здесь как бы становится жарковато, и средняя температура на поверхности минус 16 градусов. Посмотри, океан жидкой воды на поверхности Европы. Это очень здорово. Так, что у нас произошло? Так, Ио. Поверхность также разогрелась. Я не знаю вообще, каким образом должны тяготение Земли влиять на Ио, либо Ио должно
вообще 4 этих галилеевых спутника, мне кажется, они очень катастрофично влияют на поверхность нашей планеты Земля. Так. Средняя температура 15 градусов. 15, заметьте, была 14. Парниковый эффект увеличивается 40 градусов. Опс, опс. Средняя температура на Земле. В смысле? Я не понял, что произошло. Каллисто, Ганимед, Ио, Европа. Все в порядке. Все спутники пока что на месте. Но они, по-моему, я их как-то очень близко, блин, расположил. И скоро, наверное, скорее всего, гравитация Земли разорвет Ганимед, это точно. Европа. Европа колоссально разогрелась. Посмотри, испаряется лед, испаряется вода с поверхности. Состав. Вода. Угу. Процент воды, конечно же, постепенно падает, но сейчас просто планета Земля, я думаю, 100% превратится в планету Венера. Давайте ускорим время. Если будет столкновение, а столкновение, наверное, неизбежно будет, почему-то я так думаю. Температура на планете Земля. 21 градус? А на экваторе? Подожди, стой, я не понял, почему на экваторе в одной точке сколько? 207 градусов на экваторе? Не может этого быть. Вот эта полоса вся, она должна полностью высохнуть просто. Как так? Интересно. Так, ну что же. Давайте проведем сразу же следующий эксперимент, не отходя прямо-таки от кассы, как говорится. Так. Увеличить светимость Солнца за некоторый промежуток времени. Плюс единичка к солнечной светимости на 100 лет. Ну, хорошо. Что же, берем наше Солнце. Берем наше Солнце и будем прибавлять температуру, наверное, я так думаю, да, скорее всего. Так, либо светимость Солнца. Так, двоечку, наверное, поставим. Светимость двух Солнц. Так, Земля. Наша планета Земля. Температура все в порядке. Земляне расслаблены. Перематываем время. Берем огромный промежуток времени. В 100 лет. Ну, мне кажется, что... Что с планетой Земля произошло? Вот... А, подожди, это не та планета Земля. Это та планета Земля, которая была на орбите Венера. Так, поверхность. Оу, 44 градуса. Это только за 15 лет. Какой за 15? Только за, по-моему, 6 лет. Максимальная температура на Земле уже 55 градусов. Увеличиваем. Да, в принципе, что я повышу температуру, что светимость сделаю в 3 Солнца. Я надеюсь, я правильно делаю. Если что, поправляйте меня, ребят, потом в комментариях. Планета Земля. Поверхность. 100 градусов. Даже если ее увеличивать на каждый... Увеличивать светимость на каждые 5 лет, последствия для Земли, они понесут просто катастрофичные, не знаю, проблемы. Ну, представляете, даже вот если сейчас, грубо говоря... Как говорят ученые, каждый год повышать на планете Земля даже на плюс 1 градус на Земле, это уже невероятно. Это будет для Земли, для всего живого. Сами знаете, что сейчас у нас идет изменение климата на планете Земля. У нас, по-моему, уже повысилась температура на 1 градус, и мы уже видим, что происходит на Земле. То какие-то непонятные...
морозы там, где их не было, то жара в северных частях планеты. Так, ну что же, хорошо. Так, добавляем еще одну симуляцию. Берем Солнечную систему и добавляем соседнюю звезду до расстояния Нептуна. Соседнюю звезду. Соседняя ближайшая звезда у нас, насколько я знаю, это, по-моему, самая близкая звездная система. Так. Это у нас Альфа Центавра. Альфа Центавра. Проксима. Ну, Проксима маленькая звезда. Альфа Центавра А. В принципе, тоже небольшой. Стой, подожди. Масса односолнечная, радиус 853 378 километров. Ну, может быть, что-нибудь добавить побольше? Может быть, взять тоже наше Солнце? Хотя, подожди. Альфа Центавра... 800. Она больше. Ну что же. Берем Альфа Центавра. И добавляем ее. Двойная звездная система в нашем... В наших, посмотрите... В нашем поле зрения. Опс. Так, Уран у нас уже просто... Хаотично стал двигаться. Его стало притягивать Альфа Центавра. Планеты вообще, мне кажется, сейчас собьются со своей орбиты некоторые. А, вот Уран у нас, кстати, и Нептун, они стали планетами Альфа Центавра. Сатурн. Так, а что у нас по массе Альфа Центавра? Одна солнечная. Подожди. Масса. Масса сравнима, по-моему, с Солнцем, с нашим. Я так понимаю, да? Нет, у Альфа Центавра масса все-таки, наверное, побольше. И как-то близко она начинает сближаться. Вообще все планеты сбились со своей орбиты. И какой-то хаос творится, по-моему. Так, стой, немножко замедлим. Замедлить время. Лучше проще остановить. Планета Земля. Так, гравитация, скорость 29, период вращения. В принципе, ничего особого не произошло. Кроме того, что Альфа Центавра, она, мне кажется, притянула все газовые гиганты к себе. То есть Нептун, Сатурн, Юпитер, они стали планетами Альфа Центавры. Как мне показалось. Ну что же, переходим к последнему, ребята, эксперименту. Эксперимент под названием «Создать свою звездную систему, состоящую из рандомных планет и рандомной звезды, а потом преврати звездную... А, потом преврати звезду в черную дыру, увеличив ее массы до очень больших цифр. А также можно посмотреть, что будет, если накормить Юпитер и другие газовые гиганты планетами». Газовые гиганты поглощают планеты и становятся больше. Ну, Костя, спасибо, конечно, за это, но в какой-то серии мы уже это рассматривали. А вот создать свою звездную систему – это достаточно интересно. Так, Солнечная система. Всем нам нужна... так, основное. А я не помню, где я тут видел, по-моему, где-то пустая симуляция. Стой. А вот, создать пустую симуляцию. Берем, добавляем просто нашу звезду, наше Солнце. Вот так. И добавляем рандомных планет. Так, планеты. Я не знаю, располагать ли газовые гиганты, хотя почему бы нет? Давайте не будем планеты с нашей Солнечной системы. Давайте добавим Глизе. 876, Кеплер 62, Проксима Б, девятая планета, неизвестная, Корот 7Б. Так, давайте, друг от друга независящие.
Вот так. А теперь... Так, давайте сейчас запустим время и посмотрим, что все вообще эти планеты вокруг Солнца вращаются, все в порядке. У каждой планеты своя орбита. Да, вроде как все прекрасно. Так, ну что же, а теперь превращаем, попробуем превратить звезду в черную дыру, увеличив ее массу до очень больших. Хм. Интересно. Также, в принципе, можно, знаете, было бы сделать им... с солнечной системой, короче говоря. Да. Итак, растим массу. Плотность. Плотность достаточно... Ой-ой-ой, растет. Плотность выросла. Подожди. Сейчас уменьшим скорость. И увеличиваем массу. Давайте до 100, наверное. Нет, давайте до 10. До 100. Ой-ой-ой-ой-ой. В принципе, вот так и образовалась наша черная дыра, но симулятор немножко не так действует. Я уже вам говорил, но просто он сделал что? Увеличилась масса, и по итогу все планеты притянулись к черной дыре, и черная дыра их полностью просто поглотила, какие-то планеты разорвала, и осколки выкинула, фрагменты данных планет выкинула просто в космос. Да, достаточно интересно. Ну что же, ребята, всем спасибо большое за просмотр, за ваши лайки, подписку на канал. Спасибо, ребята, вам за ваши предложения по данному симулятору, какие эксперименты провести. Спасибо, ребята. Мне очень все понравилось. Ну, а все остальные, ребят, пишите в комментариях, какой эксперимент вам больше понравился. И, ребятки, вот были у меня вопросы в течение видео, кто смотрел, да, полностью. Отпишитесь, пожалуйста. Вот фрагмент с бананом мне очень интересен. Все, ребята, всем огромное спасибо. Пальчик вверх, подписочка на канал. Всем пока, до новых встреч, до новых экспериментов. Пока-пока.